Несколько взмахов кувалдой, и стена этой некогда симпатичной беседки разрушена. В Новогорске приступили к сносу самостроя. Эта пристройка к магазину находится на муниципальной земле на незаконных основаниях. Так постановили на комиссии по самострою и вынесли решение о демонтаже. Данная пристройка установлена на муниципальной земле, незаконно размещена. Владелец не объявился, наклеивали предписание, но так и не появился владелец, не пришел. На то, чтобы демонтировать постройки, признанные комиссией незаконными, их владельцам дают от 7 до 14 дней. В противном случае – принудительный снос силами подрядных организаций комбината по благоустройству. В ближайшее время в округе демонтируют еще порядка 10 незаконных построек.